Всем доброго, прекрасного дня и настроения. У нас действительно весна, 16 градусов, очень тепло. Наверное, днем будет вообще под 20. Мы такой скорой весны не ожидали. Скорее всего, будет похолодание. Не думаю, что так долго продлится эта прекрасная погода. Но пока наслаждаемся. Муж приехал к Алечке. Купил нам продукты. Будем готовить. Позаботился о нас. И сказал, иди поснимай, говорит. И дал мне денежки, говорит, в магазин тоже сходи. Там кое-что надо докупить. Ну, а я вышла, пользуюсь возможностью, быстренько пройдусь по парку Ататюрка и для вас сниму. Вот парк. А я иду дальше. Хочу пройтись по парку вон там дальше. Вот здесь, кстати, находится миграционная служба. Меня просят узнать по поводу ПМЖ, ВНЖ в Азербайджане. Но пока нету возможности, сегодня не рабочий день. Даже при большом желании не смогу зайти и узнать. Сейчас перейду дорогу. Пойду в парк. Вот девятиэтажки. Вдоль парка стоят они. Они уже старые. Просто их облицевали. Сейчас на другую сторону перейду. Будет лучше видно. Здесь остановка. Остановка идет к метро Гянтелик. Очень жарко. Вот, перешла я дорогу. Еще раз показываю. Там памятник Айна Султановой. А это уже дорога по проспекту Ататюрка. Здесь сделали пешеходный переход. Его тоже раньше не было. Ой, красота. Детишки гуляют. А вон отсюда, сейчас поближе, приближу камеру, памятник Айна Султановой. Вот и девятиэтажки. Их, конечно, сейчас не узнать, они выглядят по-другому. После того, как поменяли фасад здания. Не сразу такие узнаешь. Кажется, что новые построенные дома. Ой, вот парк. В детстве в этом парке всегда с подружкой катались на роликах. Но это лет уже 14-15 было. А вот там, видите, частные виллы. Там находился военный городок. И жила там мама в детстве. Папа был у нее военный, мой дедушка. Жили они. Но где-то до 6-7 лет, пока не дали квартиру в центре города. Жили в домике финском. Ну, а потом уже дали квартиру, и они переехали в центр на улице Димитрова. И вот мама всегда мечтала вернуться назад в этот район. Ей он очень нравился, и здесь детство прошло. Ну, конечно, военный городок тогда был совсем другим. Ни заборов. Заборы были в основном из живой изгороди. Садики у всех. У нас тоже знакомая жила. Знакомые, это еще дедушки дружили между собой. Ну, а потом они уехали, тоже продали. И, в принципе, уехали в тот момент, когда уже военный городок полностью развалился. Стали выкупать дома и строить там виллы. Вот вход отсюда, военный городок. Там еще в военном городке школа есть.
находится школа. Мы раньше там с Алечкой гуляли очень часто. Правда, не знаю номер школы. Но вот пока мы здесь недельку в центре города, я буду вам снимать, показывать. Вот девятиэтажка сзади. Вот раньше выглядели так. Видите эти дома? И хочу дойти сегодня до кинотеатра «Октябрь», которого уже нету и про который вы мне очень много писали. К сожалению, его снесли. Я помню, мы в детстве ходили туда на фильм «Ламбада», когда только в моду вошла эта песня и звучала везде. Очень тепло. Иду в куртке и жалею, что одела куртку. Надо было накинуть легкую ветровку. Сегодня, вот видите, детские площадки здесь. Детишки играют. Здесь тоже паутинка. И там парк отремонтировали. Приятно посмотреть. С детишками гуляют, так как грех не погулять. Ничего, дай бог Алечка поправится. Мы тоже будем наверстывать упущенное. Вот тоже военный городок. Сейчас покажу отсюда. Ой, здесь вообще как много людей, детей, собачками, все гуляют, настроение хорошее.